Вечер. Добрый день, Николай Евгеньевич. Очень приятно с вами сегодня поговорить. Мне очень интересно спросить, какие у вас успехи. Расскажите в двух словах вашу школу. Мы уже один раз встречались, мы разговаривали, но сейчас вот в двух словах подробнее вашу школу и как вы ключ применяете. Добрый вечер, Хасай Магомедович. Я очень рад нашей встрече, ждал этой встречи. Вот хотел сказать, успехи потрясающие. Потрясающие успехи. Как это все получилось? У меня называется школа, я давно мечтал об этом, чтобы это была школа, научно-практическая школа STEM-образования. Ну, поскромничал, назвал профессора Симоновича. Она цельное дает образование, фундаментальное и системное. Именно по социальной психологии, по живой социальной психологии. Там у нас включается, мы учим социализация, как человека происходит с момента зачатия до момента его ухода в другие миры. Вот. И у меня вот благодаря вашей методике «Ключ» появилось желание. Я давно хотел, я пел когда-то, танцевал. И вот у нас был учитель, как вот вы показываете, как вы снимаете, очень просто, 5 упражнений, и ты становишься свободным. И у тебя мысли начинают течь, и придумывать, приходить самые невероятные желания, которые сразу же сбываются. Мы, наверное, я в 8 классе учился, у нас учитель был в танце, музыке и пении. У нас был вокально-инструментальный ансамбль, мы стеснялись выйти на сцену. Он решил просто. Он налил пацанам, нам по 14 лет было, по стакану вина. И мы вышли, танцевали великолепно. Перед этим ноги там друсились, не могли петь, голоса там пересыхало. Танцевали на ура. И даже потом нас еле собрали с этой сцены, потому что каждый начал свой танец танцевать. Раскрепощение полнейшее было. Но так как он неправильно поступил, ему запретили с нами работать. И мое танцы, мое пение на этом и закончилось. Почитав и посмотрев, сначала почитал я вашу книгу, вот, потом по делу упражнения иду, слышу пение, поют люди. Я захожу в один культурный центр. Прекрасная женщина выходит, Яна Станиславовна зовут ее, выходит, я говорю, я бы хотел бы тоже петь. Она говорит, хорошо, хорошо, приходи, завтра будем петь. И так я начал петь, не стесняясь, и с каждым днем успехи все лучше, лучше, лучше. И я вам присылаю записи, вот, которые можно увидеть, что развитие это идет. Применяю свою, в своих занятиях, я и со студентами, я вот обычно для них ставлю упражнения, мы делаем упражнения каждому свое, а потом провожу лекцию, смотрим фильм, и в результате, в конце я ставлю песню. Они тоже довольны. И всегда благодарят вас. Поделился я нашей записью прошлого разговора с Федеральной службы судебных приставов. Марьям Тимирхановна, она говорит, я знаю. Я знаю, это великий человек, и тебе повезло с ним общаться. Передавай огромнейший привет, мы помним, любим. Потом я пересылаю в Воронеж, Аня, в Государственный технический университет. Она говорит, да мы же знаем, мы у него учились, мы были в мастерской, передавай привет. И так очень-очень много людей, порядка 20 человек, с которыми я поделился. И они вас знают. И самые наилучшие пожелания вам, пожелания методу. И говорят, что в этом есть соль. Дорогой профессор, вы им тоже пожелаете от меня здоровья, счастья, успехов. Мы в разные годы, вероятно, встречались. И очень приятно, что они помнят. И мне очень приятно, вот вы мне присылали видео, где вы поете. А можете вы с помощью ключа вот сейчас так вот стряхнуться и минуту спеть? Вот это будет такое. Запросто, запросто. Давайте, давайте. Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой через рощи шумные и поля зеленые.
Зеленые вышел степь донецкую, парень молодой. Благодаря вот, вам. Вот да? Лучшего доказательства не нужно. Абсолютно никаких стеснений. Как вы говорили, полнейшее раскрепощение. И в таком состоянии люди могут дальше заниматься. И вот которые приходят ко мне, люди на занятия по социальной психологии, мы все рассматриваем их. По социальной психологии личности, как человек развивается. И благодаря вот таким упражнениям и этому методу раскрепощения и изучения социальной личности, социальной психологии личности, человек становится совершенно другим. Прямо на глазах. Это все видно. Извините, мне уже звонят, а я вынужден. Хорошо. Ну, все, раз еще встретимся. Да, хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо, спасибо огромное. Алло.